Самолет Л-410 упал с низкой высоты под Иркутском, в 4 километрах от аэропорта назначения. Борт рухнул на остров Иннокентьевский, около райцентра Казачинск. О падении самолета сообщила пассажирка. Она позвонила в 112, но позже связь с ней оборвалась. Сначала пострадавших нашла скорая помощь, ее водители привели на место спасателей. К месту ЧП добрались 4 лодки МЧС. Только 3 пассажира смогли покинуть место крушения на своих ногах, остальных эвакуировали на носилках. Начальник аэропорта Казачинская Борис Калинин озвучил подробности крушения самолета. По его словам, в результате жесткой посадки воздушного судна погибло 4 человека, в том числе один член экипажа, второй пилот, командир воздушного судна выжил. Калинин уточнил, что самолет дважды заходил на посадку, но его подводила навигация. При этом, как отметил специалист, видимость была нормальная, от 4 до 6 километров наблюдался легкий туман. Проблем не было, выставлена система светосигнального оборудования, полоса просматривалась хорошо. Навигационная система отказала, объяснил начальник аэропорта. На борту находилось 14 пассажиров и 2 члена экипажа. Салон самолета деформировался при падении, людей зажало. По факту крушения самолета следственное управление возбудило уголовное дело. Проверку проводит Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.